Ярославские киноманы одними из первых смогут увидеть новых обладателей «Оскара» – престижные награды. Напомню, в этом году в номинации на лучший зарубежный фильм заявлена картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан». Церемония награждения состоится в ночь на 23 февраля. Центральные каналы покажут телеверсию только на следующий день. У ярославских поклонников 10-й музы есть уникальная возможность стать зрителями онлайн-трансляции на большом экране и поболеть за наших. Само по себе шоу очень красочное, яркое, безусловно, достойно внимания. Большой экран для этого подходит, поэтому мы предлагаем людям своеобразный экстремальный киномарафон с просмотром двух основных претендентов, идущих в большинстве номинаций на «Оскар» в этом году, и затем с переходом на прямую трансляцию из Лос-Анджелеса, которая будет начинаться аж в 4 часа утра и будет идти до 8 утра. Благо, следующий день, 23 февраля, все-таки выходной. Поэтому мы приглашаем людей посмотреть эту трансляцию с русским переводом, с живым переводом прямо в зрительном зале. Ну и надеемся, что само по себе это будет действительно незабываемое кинематографическое удовольствие.